Всем салют, народ! И добро пожаловать на новый ролик. Те, кто хорошо шарит за Elden, я думаю, уже все поняли. А те, кто нет, не беспокойтесь. Сейчас все узнаете. Итак, присаживайтесь поудобнее, наливайте чайку. Приятного просмотра, приятного аппетита. Ну а мы, как обычно, начинаем. Поехали! Тут у нас это зверь какой-то. Что-то типа того. Так, а что вот здесь? Вот с этой стороны я не был. Сейчас давайте посмотрим сначала, что с этой стороны. Блин, мне здесь так нравится, здесь так атмосферно. На самом деле прям круто. Так. Ага. На кьюшку не прожимаются, значит они мертвые, по идее. Но не все. Уф, я думал сдохну. Опа, сундучок. Там кто-то есть. Ай, блин. Мятежник. Ну, довольно язычный. Скипетр пожирателя, богохульный коготь, шлем героя зверя. Доспех героя зверя, печать героя зверя, поножи героя зверя. Ой, супер, супер, супер. Так, это юзаем. И заходим вот сюда. Фу, блин, чуть не убил. Фу. Так, открываем. Талисман старого ворда. Так. Опа, а она куда делась? Здесь, по-моему, как будто, видите, вот эти золотые появились на полу, их не было. А, то тут вообще все как-то покрылось этими золотыми дырками. Здесь закрыто по-прежнему. А куда она пропала? Ладно, Уиджи здесь. На этом вообще пофиг. Работает, работает. Здесь, однако, тоже ничего не изменилось. Здесь просто этот мертвый лежит. Но я его убил. А куда девка делась? У тебя тут бред какой-то происходит, а ты тут... Это кто? Про кого он сейчас мне сказал? Какая еще не Фелли? А интересно, этот... Джордж или как его зовут? Здесь? Роджер, блин, Джордж. А, вот она. Take a look around. The round, hey, don't worry. I'll continue spirit tuning just this.
Так, повысить уровень. И открыть эту. Так, ловкость, сила. Стойкость, интеллект. Сначала надо посмотреть, что за этим мечевидным ключом скрывается, а потом уже двигать дальше. Так, ну этих можно всех пробежать, в принципе. Так, я сюда пошел. Да, я этих всех поубивал. И пошел вон туда. Сейчас-то уйдет тварина. Хе-хе-хе. Лошара. Блин. Который раз уже так. По новой. Фарум Азу разрушается, блин, древо горит. Чего вообще происходит? Ай, блин. Здравствуйте, кушайте, кушайте, ребят. Я туда пройду просто. Или я не туда пошел? Блин, мне вот здесь наверх надо было. Ну, пристали, псуны. Так, применяем, применяем. Мечевидный ключ и смотрим. Вдруг это и есть путь божий. К необязательному как раз. Что такие моменты нельзя пропускать. Так, здесь есть возможность сохраниться, это хорошо. Вопрос, куда меня это все приведет? Многовато тут врагов. Не, это скелетоны долбаны. Блин, так-то и тут бы все посмотреть. Куда эта дорога ведет? Фига ты, тварь! Блин, он сильный. О, я куда-то не туда пошел. Да отстань от меня. Ты же не против, я тут подлутаю твой золотой синички. Я думал, они уже везде закончились, где я был. Ой, дурак. Сейчас по новой надо пробежать. Кажется, понял, где я нахожусь. Не это ли то самое место, где я точняк, по-моему, здесь. Я последний раз буду общаться с Александром. Блин, ты с косой меня напрягает. По-моему, как раз у этого босса дракона, необязательного. Это есть квест Александра, где я получу в итоге оружие Александра. А все, пацаны. Ой, блин. Вы затрахали, а? Да, вот он, кувшин. Ой, вообще найс. Да, походу здесь будет заруба последняя. Which means I would want you to. Could you kindly undertake my order? Come and tell me when you're ready. Испытать его? В смысле сразиться с ним? You are ready then, I take it. Then let us begin. I am the great Jar Warrior, Iron Fist Alexander. Lend strength. Нифига ты, Вась. Let us become one champion. Я тебя не для того столько раз спасал, чтобы сейчас убить. All vessels are destined to one day break.
to his last. Офигеть, блин. Вот чё-чё, а такого я не ожидал. Талисман Александра получили мы. Вот так вот он получается. Значительно повышает мощь навыков. Блин, ну давайте попробуем как-то вот так сделать. А сколько рун у меня? 9000, все нормально. Блин, печалька, что могу сказать. Ну, дракона мы так и не нашли. Я думаю, мы с ним сейчас против дракона будем сражаться. Пошел ты, псина. Охренеть! Это че ща было? А если я этого жреца зверя убью вот там, где красные эти? А, как эта локация называлась-то, блин? Звездные пустоши, блин. Где звездные пустоши, если я его убью? Интересно, он здесь все равно будет, да? Я даже зайти не успел, блин. Это сразу заюзаю. Да отвали ты от меня, а? Ты задолбал. Фига у него урон. Ну и что это такое? Я за стенкой, по мне урон прошел. Зараза. Ёпма. Не хана, да? Не надо. Он прям очень сильно дамажит. Ай, блядь! Я не думаю, что этот будет больно так пить. Маленье так больно не пиво, по-моему. У этого прям разового урона очень много. Опа, еще и вторая стадия. Охрененно, просто охрененно. Ошалеть можно. Вот это... Звездец какой-то. Не-не, да давай ты прекращай вот эти свои медальоны. Come my blade once more. Вот зараза. Мне кажется, вот на нем я встрять могу. Ого, красиво так-то у него. Интересно, я его броню смогу залутать? А, офигеть. Блин, может не надо, братан? Я прошу тебя. Он сейчас превратит, как волк будет этот. Как они называются? Охренеть ты, блядь, уёбище. Он еще какую-то шкалу мне. Это что за хрень?
Не, я его не смогу выиграть. Вы что, гоните же? Он больной какой-то. Это что за у меня ограничение нафиг появилось? И раз. Раз. Раз, два, три. И там тебе дам, тебе дам, папа. Просто. Я вовремя зашел. А, нифига мы скипнули его фазу. Я сюда. Зараза, а! К молению я сам победил без бота во второй фазе. Надо и этого победить. Да ну как его побеждать, если он через стену, через этот херачит? Ну и что это, а? У меня хп больше нету. Мне нечем пополнить. И он шотный, и я. Yes! Yes! Воспоминания о черном клинке получены. Фух. Отлично. Мы что, сейчас типа смерть как-то пленяем или как? О-о-о. Это руна? Или что? Мы, по-моему, сейчас все зло соберем, которое есть. Руна не блин, и на себя применим. Надо срочно найти, где этот дракон. Просто срочно. The rune of death is unbound. О-о-о. Мне кажется, я поздно. Надо было... Between us shrouded by death's dark fate. Только не говорите, что надо было убивать сначала того дракона, а потом идти на этого босса. Да, это ГГ. Я сжег древо. Пизда. Farewell, it is then. Я просто перепутал. Ну я не знал, я просто хотел сначала этого убить. Я просто хотел сначала этого убить, а потом пойти освободиться от яростного пламени.
Или я еще могу это сделать. Блин, наверное, так как я сжег древо, я уже не особо это повлияет. Попробую. Что-то мне подсказывает, что я просрал все. Это ГГ.